Всем огромный привет! Сегодня я сделаю обзор новинок из магазина «Светофор», который находится по адресу город Саратов, улица Огородная, дом 162. В магазине много интересных и нужных товаров, а также есть те, которые можно использовать в качестве новогодних подарков. Салфетки сервировочные, размер 33 на 33 сантиметра. Двуслойные, упаковки 20 штук. Цена 25 рублей 50 копеек. Фольга алюминиевая для приготовления пищи. Ширина 30 сантиметров, длина рулона 15 метров. Цена 37 рублей 50 копеек. Кружка для чая стеклянная, объем 350 миллилитров. Изготовитель России, город Гусь, хрустальный, цена 43 рубля. Салатник от торговой марки Паша Бахчей, диаметр 21 сантиметр, объем 2 литра. Выполнен из плотного стекла, цена 84 рубля. Изготовитель Нижегородская область, город Бор. Салатник из опалового стекла, объемом поменьше, 1 литр, диаметр 18 сантиметров. Изготовитель Франция, цена 85 рублей. Кружка с рисунком, объем 360 миллилитров. Сделана из фарфора, производитель Китай, стоит 61 рубль. В ассортименте только одна расцветка. Сетевой фильтр с заземлением от торговой марки Эра. 5 гнезд, длина провода 3 метра. Есть встроенный термозамыкатель для защиты от перегрузки. Сила тока максимально 10 ампер, максимальная мощность 2200 ватт. Защита от импульсных помех и защита от короткого замыкания. На корпусе есть удобное отверстие для фиксации. Сделан сетевой фильтр в Китае. Гарантированный срок службы 5 лет, цена 338 рублей. Есть еще сетевой фильтр поменьше на 3 гнезда. Внешне сделан не так хорошо и думаю, что он будет не такой надежный. Длина провода 6 метров, изготовитель Россия, город Смоленск. Цена 107 рублей. Лампа светодиодная торговой марки Старт, цоколь Е27. Холодный свет, аналог лампы накаливания 125 Вт. Комфортно для глаз, световой поток 1840 люминов, не содержит ртуть. Сделана лампа в Китае, цена 45 рублей 50 копеек. Световой светильник, пыли-влагозащищенный. Можно крепить как к стене, так и к потолку. Срок службы 40 тысяч часов, световой поток 960 люминов. Гарантированный срок службы 1 год. Свет холодный белый. Светильник сделан в Китае, цена 149 рублей. Щетка стеклоочистителя бескаркасная. В комплекте идет крючок для крепления, подходит для 97% автомобилей. Аэродинамичный спойлер, гарантированный срок службы 200 тысяч раз включения щетки. В продаже два варианта, это щетка длиной 45 и 50 сантиметров. Щетка сделана в Китае, цена 79 рублей за штуку. Газ универсальный, все сезоны, подходит для портативных приборов. Температура использования минимально минус 10 градусов, максимально плюс 35. Объем 560 кубических сантиметров. Изготовитель Россия, город Новосибирск, цена 64,50. Индийский черный чай гранулированный, камелия, масса 500 грамм, цена 138 рублей. Халва подсолнечная, донские сладости, масса упаковки 500 грамм, цена 69,90. В продаже снова появилась пастила натуральная, ассорти с разными вкусами. Большая упаковка, масса 800 грамм. Вкусные и полезные сладости в составе яблочное пюре, консервант сорбат калия и ароматизаторы. Без добавленного сахара большая упаковка стоит 299 рублей. Батончик хит кокосовый, что-то наподобие баунти. В одной упаковке 8 батончиков массой 40 грамм. Цена за большую упаковку 99 рублей. Печенье с карамелью глазированное, двойная радость. Это что-то наподобие Твикса. Цена за 8 упаковок 99 рублей 50 копеек. Свитбокс, большая коробочка, внутри две игрушки и мармелад. В продаже есть коллекция с мимимишками, с героями мультика Фиксики. В этой коллекции 10 персонажей. Девчонки из мультика «Сказочный патруль». И куколки Лол, в этой коллекции также 10 игрушек. В обычных магазинах цена за одну такую игрушку 195 рублей, в этом магазине такая цена за две игрушки. В коробочке игрушек будет две.
В магазине «Светофор» есть варианты детских новогодних подарков, и стоят они в этом магазине гораздо дешевле, чем в других. Игровой набор для девочки, милый уголок. Сюда входят отдельные элементы, с помощью которых вы можете построить целую комнату. Плюс в комплекте идет куколка. В ассортименте есть музыкальная комната, гардеробная, ванная комната, кафе-мороженое. Кстати, можно собрать все 8 комнат и построить целый дом. В магазине «Светофор» такой набор стоит 428 рублей. Я видела похожий в «Детском мире» и на «Вайлдберрис», там цена больше 1000 рублей. Так что покупать такой набор в «Светофоре» весьма даже выгодно. Еще один вариант новогоднего подарка – это большая кукла из мультика «Сказочный патруль» в подарочной коробке. У куклы сгибаются руки и ноги. Также она разговаривает, поет песни из мультика и говорит несколько фраз. Красивая кукла, отличное качество исполнения. Персонажи в ассортименте разные. Купить такую игрушку можно в магазине «Светофор». Ее цена – 1125 рублей. Еще одна игрушка, которая точно будет дешевле, чем в других магазинах – это игровой набор в тележке. В этой серии есть игра «Добрый доктор». Он включает в себя комплект необходимых аксессуаров. Маленького врача, ножницы, очки, бинты, аптечка и многое другое. Все элементы сделаны из безопасной пластмассы. Все это находится в тележке с удобной ручкой. Колеса позволяют передвигать тележку в любое место, а полочка регулируется по высоте. Подробная схема сборки есть на коробке. Кроме доктора, есть игровой набор «Мастерская». Сюда входят все необходимые инструменты и дополнительная полка для хранения. Хорошее качество, наборы сделаны из плотного пластика. На мой взгляд, это отличная идея новогоднего подарка. И цена более чем выгодная – 999 рублей. Изготовитель – Россия. В «Светофоре» привезли огромное количество текстиля и постельных принадлежностей. Одеяло серия называется «Лебяжий пух». Продается в удобном чехле с ручкой. Одеяло стеганое, материал верха микрофибра, наполнитель микроволокно. Состав не вызывает аллергии. Размер 172 на 205 сантиметров. В продаже бывает два варианта – легкое и теплое. Это одеяло легкое. Какое именно внутри, указано на упаковке. Изготовитель «Россия», город Новосибирск. Цена 583 рубля. Подушка из этой же серии. Эдом, домашний текстиль, лебяжий пух. Средняя жесткость. Размер 70 на 70 сантиметров. Состав такой же – микрофибра, наполнитель микроволокно. Цена 285 рублей, производитель тот же. Новая серия комплектов постельного белья «Катоников» в красивой упаковке. Состав 100% хлопок ткани «Ранфорс». Сюда входит пододеяльник, простыня и две наволочки. По крайней мере, внешне расцветка совпадает. На вид ткань хорошая. Большое количество расцветок. Сделаны эти комплекты в России. Изготовитель – город Иваново. Кроме расцветок, комплекты отличаются ценой. Цена будет зависеть от размера. Полутораспальный комплект стоит 1105 рублей. Двуспальный – 1257. И размер евро – 1389. Внешние комплекты выглядят очень достойно. Если покупали, делитесь в комментариях, как вам качество. Еще одна классная полезная новинка – на матрасник на резинке. Овечья шерсть. На матрасник стеганый. Состав 100% хлопок, ткань, бязь. Наполнитель 40% овечья шерсть, 60% полиэфирное волокно. Вообще такой матрасник на резинке очень удобная вещь. Он защищает матрас от грязи и пятен. При желании его легко снять и постирать. Наличие размер 160 на 200 сантиметров, других вариантов нет. Цена 813 рублей. Изготовитель «Россия», город Санкт-Петербург. Снова в продаже появилась самоклеющаяся панель 3D-кирпич. Размер 70 на 77 сантиметров. Вот так выглядит с обратной стороны. Здесь есть защитная пленочка, сняв которую саму панель можно наклеить на поверхность. Сам рисунок на панели выглядит как маленькие кирпичики, смотрится симпатично. Мне кажется, это классная идея для того, чтобы оформить стену на кухне или на даче, сделать вот такую кирпичную красивую белую стену. Сделаны эти самоклеющиеся панели в Китае в ассортименте в темно-коричневом и белом цвете. Цена за одну штуку 117 рублей. Лопата для уборки снега продается в разобранном виде. Отдельно деревянный черенок и отдельно сам ковш размером 38 на 38 сантиметров с оцинкованной планкой. Сам ковш выполнен из плотного пластика полипропилена. Изготовитель «Россия», цена лопаты 179 рублей. Нектар яблочный, осветленный, торговой марки «Сады Придонья», без добавленного сахара. Масса 950 мл, цена 44 рубля 50 копеек. Набор специй на подставке от торговой марки «Мисс Арома». Сюда входят французские травы, лимонный перец, чили, букет перцев и чеснок, травы, соль. Общая масса 350 грамм, цена 237 рублей. Мусс яблочный со сливками, масса 460 грамм. В составе яблоки, сахар, сливки, аскорбиновая кислота и сорбат калия. Изготовитель «Россия», цена 69 рублей.
Лимоны дробленные с сахаром с минимальной термической обработки. Масса 570 грамм. Цена 75 рублей. Зеленый консервированный горошек торговой маркой «Бери выгодно». Высший сорт, сделан по ГОСТу. Объем 425 мл, цена 32 рубля. Кукуруза сахарная в зернах, сделана по ГОСТу, 425 мл объем. Цена 43 рубля. В магазине «Светофор» есть отдельная комната-холодильник. Тут можно приобрести мясо, свинину на кости. Продается частями, огромными кусками, туши, полутуши, ребра и края. В одном куске минимум 4 килограмма, 4-5 даже килограмм. Цена за килограмм 197 рублей. Вы выбираете понравившийся вам кусок и его взвешивают на кассе. В заморозке можно приобрести тушку утенка потрошенную торговой марки «Озерка». Тушка первого сорта. Хранится в заморозке, поэтому срок годности у нее до 10 месяца 2022 года. Цена за килограмм 255 рублей. В одной тушке примерно 2 килограмма, поэтому она обойдется вам примерно 500 рублей. Изготовитель «Россия», Ростовская область. Еще одна новинка в заморозке – голень цыпленка халяль. Цена за килограмм 132 рубля. В одной подложке примерно чуть меньше килограмма. Бедро куриное, также халяль. Продается в заморозке 900 грамм в одной упаковке. Цена 132 рубля за килограмм. Средство для мытья пола. Мистер Протер, объем 750 мл. Аромат «Океанская свежесть». Цена 69,90. Бальзам для мытья посуды АОС, объем 1 литр, цена 69,90. Наверняка вы уже задумывались, что же будете дарить на Новый год своим друзьям, любимым и близким. Хочу вам предложить одну идею отличного новогоднего подарка. Я уверена, что каждый человек будет рад получить на Новый год свой любимый парфюм. Хочу познакомить вас с сайтом, который называется Pidi Pari. Ароматы на нем я заказываю и пользуюсь ими уже больше года. Немного расскажу про сам парфюм. Интернет-магазин Pidi Pari предлагает улучшенную версию знаменитых всем ароматов. Ароматы представлены в трех объемах. Самый маленький объем — это 30 мл, продается вот в таком пластиковом флаконе. Второй вариант — это ароматы в стекле объемом 50 мл. И сейчас появились большие ароматы объемом 100 мл. Выглядят они вот так в стеклянном флакончике. Для меня, например, максимально удобно заказывать маленький объем, потому что я беру его с собой, кладу в сумочку, в любую сумочку помещается, и такой флакон у вас точно не разобьется. Но на подарки я буду выбирать все-таки ароматы в стекле, это объемом 50 и 100 мл. На мой взгляд, все-таки они выглядят более презентабельно. Я заказала аромат под названием Gucci Flora. Наверняка с ним многие знакомы. Это аромат нежный, цветочный. Ему уже много лет, это классика торговой марки Gucci. Аромат настолько приятный. Кто-то с ним ходит летом, но, на мой взгляд, вот зима, осень, ранняя весна — это самое комфортное время, чтобы наносить этот аромат. Этот аромат обращает на себя внимание, вы просто не сможете остаться незамеченным, если вы где-то идете на улице или в магазине. Наверняка, если люди не обернутся, то 100% они почувствуют приятный шлейф, приятный послевкусие, обратят на вас внимание. Скажу еще несколько ароматов, которые я заказала. Второй аромат я взяла для себя, признаюсь честно, я его очень люблю. Это аромат от бренда Armani. Они называются My Way. У меня этот аромат есть полноразмерный, в объеме 90 мл. Уже осталось меньше половины, так как я очень его люблю. И я решила заказать себе маленький объем для сумочки. Если в течение дня я хочу обновить аромат, усилить его, то я наношу именно вот такой маленький флакончик. Он везде всегда со мной. Еще такой формат я всегда беру с собой в путешествие, для того, чтобы не вести полноразмерный флакон. Следующий аромат у меня уже заканчивается, но я также могу рекомендовать его на подарок. Это аромат от торговой марки Victoria's Secret. Он нежный, воздушный, нейтральный, легкий, при этом утонченный. Он подойдет для любой девушки, для любой женщины. Это универсальный аромат. Также из этой же серии нежных ароматов, легких и воздушных, морских ароматов, это Dolce & Gabbana Light Blue. С ним вы тоже не прогадаете. Этот аромат можно использовать и летом, и зимой. Он максимально универсальный. А если вы хотите что-то подарить более насыщенное, яркое, сочная, солнечная, то это аромат от торговой марки Paco Rabanne. Аромат называется Олимпия. Вот его я очень люблю. Если Флора Гуччо — это цветочный аромат, то Олимпия — это аромат, которым вы себя почувствуете богиней. Он и цветочный, он и теплый, и древесный. Если девушка яркая, если вы хотите сделать подарок яркой девушке,
дарите Покарабана Олимпия, и девушка 100% останется довольна. Я пользуюсь ароматами от торговой марки Пи Ди Пари уже больше года, и с уверенностью могу сказать, что эти ароматы держатся до 48 часов на теле и на одежде. Их в составе только натуральные ингредиенты. Они абсолютно безопасны и не вызывают аллергии. У ароматов маслянистые текстуры, а также красивые и удобные флаконы. И держатся до 24 часов. У меня для вас есть небольшой подарок. Это промокод на скидку 10% на все ароматы торговой марки Пи Ди Пари. Промокод и сайт, где можно заказать ароматы для себя или в подарок на Новый год, я обязательно оставлю в описании. Проходите, смотрите, заказывайте не только в подарок, но и для себя любимых. На сегодня это все. Спасибо, что были со мной. Желаем отличного дня, прекрасного настроения, крепкого здоровья. С наступающими вас новогодними праздниками. Увидимся очень скоро. Всем пока. Thank you.